Радио «Саха» готовится вещать в обновленном формате. В эфире станции появятся новые передачи, станет больше развлекательного и музыкального контента. Согласно новой концепции, целевая аудитория «Саха-радио» будет рассчитана на якутян от 35 лет. Эфир разделен на несколько блоков. Утром жители Якутии будут начинаться с легких позитивных разговоров и обсуждений. В дневное время внимание уделят культурно-просветительской, общественно-политической темам. Выделили и специальный блок для мужчин, где разговор пойдет об охоте, рыбалке, строительстве и не только. А вечером слушателей ждет музыкально-развлекательный блок. Новый формат радио планируют запустить в первой половине сентября. Вы слушаете средства массовой. Цель нашего ребрендинга, вот переформата, да, можно сказать, радио – это расширение аудитории. Чтобы расширить аудиторию, конечно же, мы должны поменять цвет вещания, и мы меняем название нашего радио. И это как бы продюсерский ход должен быть. Будет внедрять много интерактивов, чтобы каждый слушал нас и присоединялся к нашему разговору. И как бы мы должны стать спутником нашим слушателям.